В 2077-м мой город признали худшим местом для жизни в Америке. Почему? Зашкаливающий уровень преступности и люди, живущие за чертой бедности. Их здесь больше, чем где-либо еще. И знаете, с этим не поспоришь. Но люди все равно тянутся сюда. Это город обещаний. Ты понимаешь, что они лживы, но все равно ведешься. Ты бежишь за мечтой и живешь ради нее. Это город мечтателей, а я мечтаю о многом. Киберпанк 2077.